Друзья, всем привет! Новогодние праздники, каникулы продолжаются, и неохота в такие дни погружаться в будни. Тем более, друзья, в орхидейные цветочные будни. Поэтому сегодня хотел показать обзорчик, сделать орхидей. Когда делал обзор биглипов, то попросили еще остановиться на некоторых интересных орхидеях с точки зрения зрителей нашего канала, которые цветут за спиной у меня, вот на этом стеллаже. И плюс еще хочу, друзья, в этом видео показать новенькие биглипчики к тем, которые уже показывал 7 биглипов, еще несколько биглипов интересных распустились, и вот готов показать их сегодняшнее начало цветения, друзья. Обалденные красотки. Так, друзья, ну вот, я, значит, включил дневную подсветку, чтобы показать, ну, скажем так, более-менее реальный окрас орхидей, которые находятся вот здесь вот у меня вот на этих двух стеллажах. Сразу хочу показать вам орхидею нашу с вами пинив, которую буквально на Новый год я себе сделал подарочек. Оставил, да, одну красотку себе, а вот сюда ее поставил. Обалденная, обалденная. И вот вкупы с чармером, с классическим цветением, посмотрите, с классическим цветением чармера, как обалденно смотрится эта орхидея пинив. Посмотрите, вот это чармер. Это классический. Вот здесь чармер нового окраса. Вот он, видите? Посмотрите. Чармер классика. Чармер новый. Вот такой вот он. Посмотрите, прелесть какая новенькая. Вот чем-то похоже, кстати, вот на такую менюшечку. Мини-орхидея, которая, раскрываясь, сперва желтый у нее, такой фисташково-желтый окрас цветочков. Потом раз, начинает светлеть, становится каким-то таким сливочным. Так, ну ладно, давайте перейдем на, ой, роскошные биглипчики. Ну да, вот это поразило всех. Я читал, друзья, комментарии. Она просто вне конкуренции. Такая вот прям вот, я не знаю, ее было, нужно было назвать, я не знаю, королева биглипов. Вот, а тем не менее, название у нее я уже показывал в прошлом видео. В прошлом видео обзора 7 зацветающих биглипов. Поэтому можете пройти посмотреть. Единственное, что вот сейчас я вам покажу вот эту Sweet Talk биглипчик. Я его в прошлый раз показывал. И сейчас расцвел первым цветочком такой же похожий биглип, который называется... Сейчас я вам покажу название. Вот, смотрите. Называется You Pink Firefox Pink Kiss, друзья. Да, вот такая вот красотка. Я вот смотрю, она практически похожа на биглип Sweet Talk, но все равно что-то есть, какие-то отличия. Отличия, наверное, все-таки здесь у Sweet Talk, вот у этого, у этой розовой биглипа, у него, скажем, не так вот четко прожилочки видны, как вот, например, вот у этой орхидеи. Еще у нее, посмотрите, такой перелив, я не знаю, заметно вам, незаметно, но такой перелив, как знаете, как будто посыпано блестяшками, видите? Такой интересный. Так, ладно, что у нас здесь из новинок раскрылось? Ну вот, собственно говоря, гвоздь программы. Биглип. Биглип Абба, друзья. Биглип Абба. Посмотрите, какая красота. Какие цветы роскошные, бархатные. И какая лопатообразная нижняя губа. Что самое еще интересное... наравне с этой орхидеей еще расцвела аббоподобная, да? Мы уже применяем термин один легатоподобные, а теперь в адрес вот таких вот биглипов, похожих на аббу, начали применять аббоподобные. Вот это вот тестовый биглип, крупный, прям огромный цветок. Боюсь сломать цветонос, но все равно надеюсь, что вам виден окрас этого биглипчика. Тоже
такая прям лопатообразная нижняя губа, как и у вот этой вот абочки. Видите, смотрите, какая она прелесть. Просто принцессишна. Вот, на фоне Пинифа и Чармера. Здесь у нас Монтеррей, да? Да? Она? Не она? Сейчас я посмотрю. Ай, все время я стал забывать, да. Да, друзья, это у нас Монтеррей. Монтеррей, вот она, название, бабочка, Монтеррей. Это детка цветет, вот они у нее, видите, на цветоносе корни вот такие вот. Так, что у нас интересного здесь еще раз цвело? Продолжает цвести вот эта красота. Нижнятина, посмотрите, какая прелесть. И новое, что у нас расцвело из беглипов, это вот я хотел показать, значит, вот этот красавчик, который назвал эту орхидею, друзья, краповый беглип. Вот. Но когда я его покупал, он был в очень ужасном состоянии. То есть он уже заканчивал свое цветение, и понять, какой у него рисунок, было невозможно. Единственное, что по фотографии продавца, который продавал мне, он был, конечно, в хорошем состоянии перед отправкой. Ну вот, вы помните, когда мы распаковывали, вот эта орхидея была просто-просто унылая. И еще к тому же с оторванным цветоносом. Вот на сегодня вот такой вот красивый, обалденный беглип. И, друзья, смотрите, вот он, беглип, друзья, который называется беглип-шоколад, да. Хотя, на мой взгляд, эта орхидея больше похожа на стандартную орхидею, стандартную сортовую орхидею, которая называется квирк, да. То есть не очень похожа она на шоколад орхидею, но у продавца она была маркирована именно как беглип шоколад. Вот такой вот он. Видите, красавчик. Вот. С таким вот, таким полу каким-то мраморным окрасом. Но вот если посмотреть орхидею квирк, то где больше белого, то можно понять, что этот беглип, скорее всего, был произведен именно от квирка, а не от шоколада. Так, здесь у нас орхидеи в пивных кружках, вот такие вот, вот они, орхидеи в пивных кружках, как говорится, 50 оттенков розового, вот, да, Борнео, пилорик, Борнео. Что у нас еще интересного здесь, друзья? Здесь тоже менюшечки активно начинают распускаться. На заднем плане, для тех, кто спрашивал, как поживает индийский дендробиум, вот он, разросся из одной бульбы, нарастил еще несколько бульб, но его нужно однозначно пересаживать. Его нужно пересаживать. Так, что у нас еще здесь, друзья, интересного? Интересного. Здесь у нас шиллериана цветет, вот такая вот. Шиллерианочка, посмотрите, какая красота. Нежность нежнючая. Что еще из новенького? Распустился Египет, который растет у нас, посажен в керамзит. Вот он. Вот. Вот такой вот красавчик, огромный цветонос. Вот он. И огромные будут цветочки, большие по размеру. Вот такой вот Египет. Что еще у нас там на заднем плане? Модесто. Вот такая вот, похожая на цветение груши. Грушовое цветение. Ну вот, собственно говоря, я что хотел вам показать. Еще, друзья, вот. Что прям в самом начале видео хотел, значит, подумал, думаю, это обязательно я на закуску оставлю. Обалденнейший беглипчик, смотрите,
нежно-нежно фисташковый такой вот. Посмотрите, какая красота. Просто он, ну не знаю, на мой взгляд, прям сейчас я его прям достану вам его. Так, оставлю орхидею, которая, с которой фотографировалась Масямба. Вот, Маська тут у меня ходит. Вот она. Это вот она фотографировалась вот с этим вот, с этой мини-мультифлорочкой, которая уже цветет у меня вторым Fragrance Lover, вторым домашним цветением. И все руки у меня не доходят эту орхидею неоново-розовую пересадить. Снизу здесь у меня стоят пираты, но сейчас они возле окошка стоят. Это пиратское место здесь, да. И видите, подходят к цветению другие беглипы, выпущенные цветоносы. Вот-вот начнут зацветать. Так, вот, возвращаюсь к этому желтому красавчику. Вытянуть его отсюда, не сломив ему. Это, друзья, желтый беглип с названием... Мася вот опять, видите, нюхает. Нравится ей этот цветочек. Эта орхидейка нравится, она постоянно ее нюхает, ходит. Так, Мася, ну ты своим ковшиком сейчас отломишь бутончик там. Смотрите, какая красота. Ой, просто божественная. Оп. Сейчас я вам поближе покажу. О, смотрите, какая нежнятина. У него такое название, беглип 2969. Это один из трех беглипов, которые мы сажали точно так же, как 7. Мася, отойди. Отойди. Мася, отойди. Она не понимает размеры ковшика. И ковшиком у некоторых орхидей проходит мимо и обламывает эти. Скажите, вот там внизу мини-орхидеи, видите, зацветают. Вон. Она обламывает у них эти, ходит. Бутончики мимо проходят, раз, и зацепилась. Вот. Так, ну, фокусируйся. Вот такая вот, смотрите, орхидейка роскошная. И вот мы ее сажали точно так же, как 7 беглипов у нас в мерных стаканах литровых. А мы посадили все точно так же, но только в обычные горшки, обычные, и вот поставили в кашпо. Вот. И вот первый из трех таких посадок беглип, вот он, зацвел. Вот такая нежнятина, смотрите. Обалдеть. Вот с какой-нибудь, например, белый вот такой вот. А? Вау! Смотрите, как в контрасте они смотрятся. Красота. В общем, друзья, вот такую вот сегодня я хотел вам показать красоту. Так, сейчас я поставлю. Не сломать мне. Вот. Обратно все верну. Оп-оп-оп-оп. Вот, и общим планом еще. О. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока. Если какая-то еще из этих орхидей интересует, говорите, я отдельно сделаю ее обзор.